Приветствую, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я уже в течение 4 лет меняю людям, оплачиваю их со своего кошелька. На данный момент это кошелек Advance Cash, а люди мне переводят либо на карточку Сбербанка, либо на Kiwi кошелек. Вот и сейчас женщина перевела мне на Kiwi кошелек. Вот, я выставила со смартфона скриншот, посмотрели курс доллара, и получилось у нас 6802 рубля. Сначала она купила у меня пин-код, женщина, на номиналом 5 долларов, а купила за 200 рублей. Это уже дешевле. Смотрим дальше. Если мы захотим оказать финансовую помощь, сейчас посчитаем, сколько это стоит. Стою, кстати, на первом месте в топе. Сейчас зайдем в личный кабинет. Нажмем «Оказать финансовую помощь прямо сейчас». Но оказывать я ее не буду, потому что у меня аккаунт до 2019 года. Просто посмотрим, сколько это будет стоить. Виза. Вот, 7085 рублей. Мне перевели 6800 рублей. То есть человек выигрывает уже в этом, из пин-кода выигрывает. И люди не боятся доверять мне свой логин и пароль от кабинета, который мне написали в WhatsApp, чтобы я оказала помощь со своего кошелька Advance Cash, потому что деньги у меня на кошельке Advance Cash. Что мы сейчас и будем делать. Вот мне Светлана дала свой логин и пароль от кабинета. Я сейчас зашла в ее кабинет и буду оказывать финансовую помощь за нее. То есть она мне перевела деньги на Kiwi, а я буду со своего кошелька Advance Cash оказывать финансовую помощь 100 долларов. Нажимаем Advance Cash, переходим к оплате. Нажимаем Advance Cash. Входим в кошелек Advance Cash и нажимаем «Продолжить». Платеж успешно осуществлен. Нажимаем «Продолжить». Вот и все. Перезагружаем страницу. Мы должны получить статус «Бизнес». Поздравляем, вам присвоен статус «Бизнес». Нажимаем «Продолжить». Приглашайте новых участников в сообщество «Whole World» и получайте финансовую помощь в свой адрес от людей со всего мира. Нажимаем «Продолжить». Нас перекидывает на базу знаний. План действий новичка надо почитать. Изучить все рекламные материалы, самому сначала знать, чтобы передавать потом свои знания своим партнерам. А здесь мы можем увидеть, куда в транзакциях распределились наши деньги. 5 долларов активация аккаунта, то есть пин-код, 50 пожертвования в благотворительный фонд и 50 долларов по маркетингу распределили 7 участникам сертификата. Акция «Быстрый старт. Двойной доход». Вам нужно пригласить не менее 5 благотворителей за первые 30 дней до 5 декабря, и мы удвоим полученную вами финансовую помощь. Вот такая интересная акция. И заходим в центр управления, и мы видим, что нам присвоен статус «Бизнес» на 1 год. Сегодня у нас 5 ноября, вот до 5 ноября 2019 года. Зайдем в топ-10 и посмотрим. Самые эффективные фандрайзеры. Я стою на первом месте. У меня 4 благотворителя, которые пришли под меня за 100 долларов. Всего за 5 дней. Приглашать очень легко. То есть приглашай, не приглашай. Так работает моя методика. Друзья, если вам нужен обмен и это будет дешевле, то вы можете обменять через меня без всяких процентов по курсу продажи Сбербанка на день оказания финансовой помощи. Всем пока-пока!